Ох, ёпты, бля, они еще и лазерами стреляют. Ну, нахуй есть. Я пошел наверх. Иди нахуй. Дери с ними некет, блядь, или ты петух. Либо ты дерешься, либо тут петух. Два варианта. Так, теперь нам... Шесть головы растерял. Больно. Живи, Вадим. Да, я живу. Я могу выйти, оружие посреди взять. Да какое нахуй последнее оружие? Это будет честно уже, смысл это играть. Ну ладно, хардкор так хардкор. Я тоже могу на основу зайти и разъебашить их быстренько. Ох, треснулся там. Медсестры хилится, не забывайся. Блин. Я... Прошу вас не двое, хилится у медсестер. Товарищи. Господи, кто же был рекодировавший? Нужно Серегу позвать, блядь. Саню. Так долго. Ну, в смысле Серега или Саня, блядь? Давай бейте, блядь, их по-тихому ебашим. А я до них достать не могу. Так Саня с тем, что ты делаешь? Видишь, он меня ебашит три раза. Вы оба сдохли? Тоже сдохни и все. Ты что, дурак, что ли? Мы их завалим. Кто-то резнулся, чтобы ты на сестре подошел? Кто-то из вас резнулся? Мне без крыльев очень сложно покинуть. Да, я сдох. Живи. Я выжил. Живите. Живите, просто живите, пока я резнусь. Я живу. Оп-оп-оп, он меня прямо хочет прям. Они разорвались, вы красавцы. Это на самом деле очень хорошо, что вы их разорвали. Я сдох. Интересно. Это типа как в старые добрые времена, что ли? Когда мы Moonward разрывали. А, снова склеились, да, пидорасы? Че это им дает? Типа они вместе, а так можно с глазами по отдельности разобраться. Блять, хуёво. Некит, живи. Кью, живи, блять, что хочешь делай, главное живи. Нашего резка. Я съебался наверх. Да ему с такими крыльями вообще как нифиг делать. Ну, с его крыльями, да, как бы вообще на похуй. Тоже в каком-то мере чек. Оп. Ой, класс. Блять, кто забаррикадировался? Ёбаный насрал. А ты без крыльев не можешь из дома, да, выйти? Очень трудно это сделать. Я могу... Нет. Не надо, не сдохни. Не сдох. Ай, попал. Всё, секунду. Бля! Есть, всё. Хилься. Всё, Некит, дохни. Дохни, Некит. Разрушаем. А, можем и сестры отхилиться, если сможешь. Сам дохни, братья, не за мной полетели. Где она, блядь? Сука, он там меня за мной гонится. Где у меня сестры отхилиться, блядь? Бля. Ща у меня тут зелье были, я пока падаю со живого. Сука. Че, я его гоняю? Я не знаю, где он. Не наверху, со мной тут резвятся. А вот. Ух, блядь ты. Он такой дерзкий, блядь. Пал в углу. Бля, я как... Пишем о вашем. У меня 7 хп. Как тут не у неё отсидеться? О, просто поговори с ним, побазарь с ним. Одного перевели. Так, надо сразу его довалить тогда, да? Сейчас будет жестким. Можем активить. Я живу. Но он сейчас очень жестким будет. Может, другого перевели, лучше давайте лучше не приводи. Я сейчас сдохну. Он меня завалит. Да, он меня завалил. Жесткий, это единственный.
нет, Краснига. Все, все. Ну, а рано нам еще с близнецами, все-таки. Во-первых, я не был готов, потому что у меня даже хил зелье не было. Они рандомно приходят? Ну, иногда да. Обитываешь. Какие монголы собрать? Кстати, монголы розовые, что прикольно, да? Блять. Семян упал только по одному. Так. Блять. Оха, заходи, я закрою. Чувак ебанулся, что с ним? Тох, иди сюда. Че такое? А, Нерим забрал. Отдай ему. Что, не уходит рассвет? Все, тебе отдали тох? Че мне должен глядать? Зелье. Ну, которое Нериму дропнул. Ты скинул зелье? Ну, вообще, я слышу звук, как он его выпил. Походу. Так что ты вообще скидывал? Ты его выпил, что ли, Серег? Не знаю, я пока еще не разбираюсь, он правда это все где. Я понял. Тох, ну я тебе могу еще одну, в принципе, зелье дать. Давай, не пофиг. Все равно сейчас без этого, без нормальной чем брони ты стреляешь-то? Че? Луком. Че за лук? Shadow Flame Ball. Че ты без нормальной? Я без нормальной брони вообще ничего делать не смогу. Ну сделай силе обсидиановой кожи. Иди адскую броню намути в аду. Че ты как лох? Мне надо как лох. Он тоже. Надо твой жесткий парень. Могу розочку дать. Блять, она у каждого каша есть. Может, у них нет. Вот то, я победился. Оп. Я тут что-то нашел. Тихо. Как спал, вот все спидно. Сколько что лететь? Плутал. Блять, тут ты залутаешь. Все. О, кажется, нашел. Блять. Че это такое? Коснига, иди сюда. Вот, руби чуть-чуть наискосок. А, это Палладиум, все, он твой. Блять, черепаха, это же вообще, сука, блять, еще я спиртом бью. Ее просто нужно держать этим постоянно в атаке. А. Панцири нет. Убей этот Палладиум, там, короче, его нормально так. Ой, а может с этих. Эту лягушку убиваю. Не получится. Блять, а его все алтари разрушили уже. В смысле, все, ну, так. А что, надо много алтарей ломать? Даже вообще почти все алтари. Не увеличивай. С каждым алтарем ведь побольше этих. Тебя наебали. На вики прочитай. На вики написано, что больше не становится. Может, меня на вики написано, наебали. Что становится их просто... Они появляются, но их меньше, чем в прошлый раз. То есть сам максимально просто в первый раз появляется руды. Потом все меньше и меньше. Тогда не все.